Глава Альметьевского муниципального района Мазит Салихов на днях поздравил двух именинников – Гиннуллу Гайнуллина и Асгата Арсланова. Гиннулла с самого утра возле ворот своего дома с нетерпением ждет гостей. И не скажешь, что этому подтянутому и нарядному мужчине исполнилось 88 лет. Мазит Салихов вручил ветерану поздравительную открытку, цветы и подарок. Он пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. И, конечно же, с интересом выслушал фронтовые воспоминания. Я на фронт ушел в 43-м году. Воевал на украинском фронте в городе Львов в звании сержанта. После окончания войны остался служить в рядах советской армии. Охранял границу на Украине. Демобилизовался в 51-м году. Сегодня Гиннулла Абзы проживает с женой Гайшой Мингазовной. Вместе они вырастили двоих детей, помогают и в воспитании внуков. Другому имениннику Асгату Арсланову исполнилось 94 года. Асгат Арсланов – инвалид Великой Отечественной войны. Родился в 1920 году в Верхнем Актаме. После школы отучился на машиниста в Бугульме. В годы войны участвовал в боевых операциях в качестве помощника машиниста в 86-м отдельном строительном железнодорожном батальоне. В 40-м году меня забрали в армию. Служил на берегах Байкала. Участвовал в боях на украинском фронте на Западной Украине. Помню момент начала войны на Украине. В 8 часов вечера нас начали бомбить. Два самолета сверху стреляли по нам. В 1943 году получил осколочное ранение, но остался воевать. С фронта вернулся в 1945 году. Вернулся домой к своей семье. Отец был в тяжелом состоянии, без ног, инвалид. Мать тоже серьезно болела. В доме пятеро детей голодали, никто не мог работать. В то время, помню, работал день и ночь, чтобы прокормить семью. В 47-м году женился. Уже 7 лет, как моей дорогой супруги нет со мной. Часто выглядываю в окно. Кажется, что она, как в старые добрые времена, вернется и войдет в наш дом. Очень скучаю по ней. По словам ветерана, его любимое занятие – глядеть в окно. Вооружившись бином, зрение уже слабое, дедушка наблюдает за постоянной мирской суетой. Асгат Муллагалиевич награжден орденами Ленина и Отечественной войны второй степени, юбилейными медалями. В послевоенные годы работал в НГДУ «Азнакаевскнефть», а на заслуженный отдых ушел из НГДУ «Сулеевнефть». Женой Асгат Арсланов воспитал двоих детей. Сегодня они заботятся о нем. Его сын, мой муж, его дочь. Постоянно приходим, смотрим за ним, вот ухаживаем. Любим его все очень сильно, он нам всем помогает, отзывчивый, если тяжело, приходим, рассказываем ему. Хороший у нас дедушка, свекр у меня хороший. Имя ветерана можно увидеть в книге «Славы», где описаны его биографии и сложный боевой путь. Амина Яникиева, Альметьевск, ТВ.